Всем хаюшки, с вами я, Александр, это канал Аймбот, и у нас игра Modus Persist. А сегодня мы поиграем в эту игру, здесь нужно как вроде бы убивать или еще что-то, поэтому мы это дело посмотрим. Значит, здесь также пишется объявление: дорогие киллеры, добро пожаловать на борт судна HMCS Britannic. Желаем вам вдоволь насладиться завтрашней убойной вечеринкой, заднешней. Вот, новинки такие-то. У нас сервак Европа, насколько я помню, создавал, но я в эту игру не играл, ребят. Вот, ну, давайте Европа, вот, Европу выбираем, нажимаем начать. Я, кстати, без вас не играл, не начинал, вот. Выберите персонажа для помощи, то есть у нас есть парень какой-то, есть девица. Давайте возьмем девицу, будет помогать нам. Значит, привет, милый котенок, у меня проблема, вы хотите меня послушать? Полмесяца назад я участвовал в охоте на дичь и приехал в Британик. Я думал, что у меня это несложно, но на меня кто-то напал. И я потерял часть своей памяти. Что еще смешнее, так это то, что кто-то на этой лодке хочет меня убить. И я приготовил для вас билет на Британик. Приди и помоги мне, детка. Я вас удивлю. Ладно. Вот так. Вот так вот. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Давайте немножко сделаем звук поболее. Потому что здесь я одел наушники, чтобы звук тоже слышать. Потому что, блин, это, классно. Что у нас? То есть вот так вот. А, это... Ну ладно, будем играть за девицу, пофиг. А, бот назовемся мы. Если дадут нам такой никнейм, то значит хорошо. Так, подтвердить. Поехали. Поехали, будем играть за девчонку. Вот, не за пацана сегодня, играем за девчонку. И, блин, будем скрываться, будем стараться, я не знаю, защититься или наоборот кого-то жухнуть. Вот, чем-нибудь серьезным, больно. Вот, поэтому посмотрим, что за игра. Игра такая, по-моему, нестандартная, я не знаю. Я не играл ни в подобный контент, поэтому... Вот. Впереди вас ждет очаровательная игра со смертью. Проводить ее будут позитивные мистер Икс. Чтобы заработать много очков в этой игре, вам придется охотиться на своих жертв. Так, исполню ваше желание. Так, определите своих соперников по очкам, чтобы одержать победу, и я исполню ваше желание. Однако, не один вы боретесь за мою благосклонность, другие участники тоже участвуют. Ха-ха-ха, не бойтесь, друг мой, и позвольте нам научить вас легкостью справляться с оружием. Не знаю, я не успеваю. Так, звук. Я не знаю, что-то со звуком у меня, почему-то звука мало. Я вроде прибавляю, а звука нет. Так, хорошо, ладно. Если у нас есть курсор, да, у нас есть нормальный, хороший... Курсец, ребятки. Так, и мы давайте сейчас сделаем это. Здесь что у нас такое? А, здесь, короче, поворачивается. Да что со звуком-то? Звук будет сегодня или нет? Я ничего не слышу. А, да и блин, батон. Погодите, давайте еще звука. Так, лады. Ты что ко мне пристроился, извращенец? Фу, таким быть. Я пошла. А? Глаз. Опачки, прозрели. Вас что? Следите за своей видимостью во время игры, если индикатор покраснеет. Так, я понял, короче, он не должен был покраснеть. В то же время ваш охотник может увидеть над вами зеленый значок. Вид от лица охотника, вид от лица жертвы. Вы выбираете так, либо выбираете так. Понятно. Вас раскрыли, мы еще не начали играть. Ко мне мужик пристраивался, это ненормально, это фу. Ставьте, чё? Так, зона на полу, выделена пунктирной линией, называется веткой. Здравствуйте, да, здравствуйте. Жух! Во время передвижения ваша видимость будет повышаться. Нажмите на значок атаки, чтобы напасть на своего охотника или жертву. Подойдите к цели, атакуйте ее, и она будет подсвечена золотым цветом. Понятно. Дази. Здорово, Белл! Недопустимая цель. Так, вас раскрыли.
Кого можно жухнуть? Недопустимая цель. Ладно, короче, этих я не могу трогать, судя по всему. Ну, и тогда что мне делать? Так, смотрите, короче, вот сейчас спадает. Сейчас спадает. Мне нужно, короче, взять, вот когда спадет, я так понимаю, и быстро-быстро-быстро валить отсюда. Вот так вот, все. Так, да, вот, короче, так, я не знаю, что делать. Здесь давайте... Так, значит, расправьтесь с разоблаченной жертвой. Возле двери 3-9. Если жертва разоблачена, то над ней появится зеленая отметка. Вот такая вот жертва разоблачена. Вау! Пау! Вау! Распределение новой жертвы. Так, центр зеленой линии указывает переменное направление к вашей жертве. Если зеленая линия заполнена, то ваша наверняка находится где-то поблизости. Найдите и убейте ближайшую жертву. Да что ж такое? Я какой-то слишком кровожадный здесь в игре. Ну, так. Мне нужно, короче, чтобы это все спало. Меня кто-то палит. Так, мне туда нельзя. Меня, во-первых, кто-то палит. Жертва на том же этаже. Так, меня сейчас раскроют. Погодите, мне это не нравится. А кто меня раскроет? Я спрятался. Так, погоди, а может невидимку? А, точно, смотрите, короче, мы юзаем невидимку. И... А, мы замаскировались, все понятно. Это вообще, короче, маскировка. Офигеть. Это просто маскировка. То есть я неподобаемо одет был. Окей. То есть я сейчас вообще могу смело ходить. Вот здесь вот, да? Фиг. Опачки. Так, все, у нас уже начинается паника. У нас начинается паника, у нас открывается глаз. Мы начинаем зреть. Это не наша жертва? Жертва где-то рядом. Да, жертва вот она, походу. Жертва где-то рядом. Давайте сейчас быстренько уйдем. Вот этот кружок. Что это такое? Кружок. А, в кружке, короче, быстро заканчивается. Ага. Это точка такая. Где-то рядом. Да, это вот она. Опа-на. Я мужик. А я мужик. А ты кто? А я. Так, ладно, я не знаю, что с этой девицей делать. Она вроде бы не... Но мне ее по-любому надо жухнуть. Так, давайте. Короче, я не знаю. Ну, это 100% была она. Моя жертва. Моя жертва. Так, где еще моя жертва? Моя жертва. 5 из 9 жертв есть. Где-то рядом. Ой, здрасте, пацаны. Здрасте. Жертва поблизости. Кажется, она прячется где-то здесь. Ага. В подобной ситуации вы можете использовать навык разоблачения, чтобы узнать личность всех людей в радиусе действия. Если ваша жертва разоблачена, над ней появится зеленый значок. Это есть, да. Здесь, короче, подойдите к толпе, используйте навык разоблачения. Вот это, да? Угу. Все, я вижу значок. Вон он. И чё, я так могу открыто, да, его? Пау! Этим ребятам вообще пофигу. Они просто угорают, стоят. Молочь. Так, кто еще мне нужен? Мне еще кто-то нужен. Здесь закрыто. Так, в круг. Причем только что при них жухнули девицу, или кто там, мужик был. И, в принципе, да, мы разговариваем. И, типа, все хорошо у нас. Мы сходим в кругу, и у нас никто ничего не понял. Во! Так, жертва. Мы уже разоблачили кого-то. Жертва находится вот там. То есть, нужно нам спуститься, получается. Новая жертва не... Сблизко. Так, не забывайте, что... Что? Мы оглушены жертвой? Офигеть. Так, это была жертва. Так, мужик, я... Я просто читал. А он взял, свалил, и что мне теперь делать? Так, ладно. Жертва где-то рядом. Так, жертва теперь вот он, да, у нас стоит. Я тебе дам по щам. Так, убийство, все есть, найс, там уже душа полетела. Помните, что победу... Смертельная игра в кошки-мышки на Британике вот-вот начнется. Game over.
I trust you gave as good as you got, eh? Так, ну вот такая вот игра, ребят. Давайте еще, наверное, сделаем одну каточку, это если назовешься каточкой. И попробуем, посмотрим, что у нас. Здесь, по идее, наверное, должны быть разные персонажи. Ну, то есть, изначально дается пока что два. Завершить обучение охотника у нас. А вы можете взглянуть на него здесь. Давайте здесь посмотрим, что у нас здесь. Выполняйте. Так, вы завершили эту миссию во время боевого курса. И теперь, так, хорошо, ладно. Награда. Здесь также есть кристаллы, есть также монетки. Это, походу, что-то нам нужно. Целевое передвижение. Завершите обучение охотника. Хорошо. Поехали. Здесь миссия заблокирована. Нам дадут 15 каких-то ключей. Поздравляем, получили панда золотой сундук, эпическая бейсбольная бита красная. Вау, тут, короче, еще есть оружки. Можно тянуть, типа, наверное, может, суммон, типа, есть еще. Классическая охота. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Режим обучения. Окей. Продвинут обучение. Обучение Е. 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 Обучение Е. Хорошо. Давайте посмотрим, что у нас здесь будет, потому что, ну, реально, не знаю, мне нравится игра тем, что она нестандартная. Она нестандартная тем, что, блин, ну, где вы еще так ходите? Вот я давно в такого ничего не играл. Ну, это на полном серьезе, поэтому для меня, в принципе, это норм. Значок черепа под датчиком жертвы означает, что за вами идет охота. Значок черепа станет красным, если ваш охотник находится поблизости. Значок черепа станет у вас при... Так. Вопросительным значком, если охотник станет в виньетку. Станет в виньетку? Что это такое? Ладно. Короче, вот этот самый плохой, походу. Так. А, мы теперь... У-ху-ху-ху-ху-ху. Так, а если... я вообще за мужика играю. И чё? Так, значит, оглушите охотника, который поблизости к вам. Один из трех. У нас за обученным охотником будет видна красная отметка. Да, типа мы... Вау! Изгаляемся над ним. Так, оглушите. Вау! Я по щам. Огреб по щам. Я по щам. Так, что у нас? Здесь где-то рядом. Вот здесь, походу, кто-то есть. Здесь, походу, кто-то есть. По-любому здесь надо также разоблачение. Та-та-та. Та-та-та. Тыщ. Есть оглушение. Мы видели, что это был охотник. Вот, оглушение есть. Дальше что у нас? Жертва где-то рядом. Ну, жертва, что ли? Жертву тоже бить? Ну, давайте попробуем. Вот есть. Жертву тоже мы нашли, я не знаю зачем. А, все, типа, у нас задача была такая, что еще и жертву надо было жухнуть. Используй датчик жертвы, чтобы найти и ликвидировать свою последнюю жертву. Три из трех. Три из трех. Так, ну у нас вот здесь показывает, что есть датчик. Так, стоп, 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 стоп. Я немножко запутался. Вернись, вернись, вернись обратно. Встань в круг немножко. Палец на себя убери. Ага. Здравствуйте, да. Ага, хорошо. Да. Мне тоже так смешно. Я ж пойду сейчас и жухну кого-нибудь. Да. Да. Так, окей. Мы идем. Так, здесь закрыто. Здесь, короче, есть коридоры. Полицейский. Ой-ой-ой, паленый чувак. Так. Что, типа не работает? Ну там круг, если что, есть. Отцепись от меня. Красный свисток над головой стража означает, что он патрулирует участок, и если вы нападете на кого-то возле патрульного, то будет моментально арестован. Когда свисток станет серым, он перестает патрулировать. Воспользуйтесь этой возможностью, чтобы расправиться с окружающими. Не бойтесь о том, что вас могут поймать. Страж возобновит патрулирование, когда обратный отчет под свистком завершен. Там, короче, есть. Так, хорошо, понятно. У меня глаз открылся. Здравствуйте, ребята, здравствуйте, девчата. Что у вас тут на повестке дня? На повестке дня стоит несколько букла. Хорошо, окей. Да. Угу. Да, да, да. Он говорит, со мной полностью согласен. Он говорит, да. Угу. Так, что у нас? Патруль. Папа. Вау!
патрульный спит, я просто возле него чпокнул одного хлопчика. Нормально, найс. Теперь, когда вы изучили основы борьбы, я теперь, короче, могу адекватно сражаться. Хорошо, ладно. Вот такая игра, ребятки. Признаю, вы проделали большую работу, вам, наверное, не терпится забрать свою награду. Тогда вперед! Завершите битвы. Забираем ключ. Не знаю, зачем он нужен, видать, что-то может посумонить, может, этим ключом. Целевое продвижение, миссия заблокирована. Если хотите, чтобы также взглянуть на свои миссии и тому подобное. Вот, ребятки, давайте быстренько посмотрим по меню, что у нас здесь также есть, и я побегу, потому что время. Здесь откройте же его и узнайте, что в нем спрятано. Нажмите на золотой сундук. Вау! Так, редкий гаечный ключ. Красный. Окей. Невероятно, вам попалось оглушающее оружие. Поздравляем. Перейдите в гардероб, чтобы опробовать его. Вот, хорошо. Хорошо. Больше у нас. Нет, у нас, кстати, есть. Добро пожаловать в гардероб. Хорошо, гардероб. Оружие. Оружие. Сохранить. Сохранить. Не напоминать. Подтвердить. Все у нас, короче, мы теперь будем жухать всех оружием. Также здесь есть скины, ребятки. Есть скины. Немножко они, правда. Оу. Оу, какие. О, я тебя обниму. Да, обнимашки это были последней чертой, которая здесь была. Хорошо. Так, и чё? Да, поклон, поклон. Ага. Хорошо, лады. Понятно, здесь, короче, есть еще типа, анимация такая вот. Вот. Чё у нас? У нас, по идее, 5 из 10. Классическая охота. Здесь выбрать режим. Вот, ребятки, режимы. Режим у нас вот. Режим обучения. Режим человек чего-то там. По поводу игры, ребятки, если вам понравится эта игра, пишите, оставляйте комментарии, и я непременно запишу вам еще один ролик. Поэтому, после того, как игра наберет 20 хотя бы лайков, 20 лайков не так много, то я, в принципе, запишу еще один ролик по этой игре. А там мы уже посмотрим, играть в нее или нет. На сегодня, ребятки, это все. Вам хорошее настроение, играйте хорошие и правильные игры, и будет вам удача. Всем пока-пока.